использовать пшеницу, чтобы делать так называемые ашуры. Это было типичное сладкое того времени пшеницей, сахаром, вода, орехи были, значит, но сегодня и не даже тимьер. Не ашуры еще? Да, все нам за блюдо давали. Это другое. Как ашуры, но ашуры это как сок. Не так, значит, как она, жидкая. Да. А еще посмотрим, пожалуйста, другие механизмы, которые они употребляли за то, чтобы обрабатывать кожу барани. Так, например, видите тут баранин. Это они употребляли и чтобы как маленький ковер около очага. Значит, сидеть там тепло, но все-таки и эту кожу употребляли, чтобы делать, значит, обувь. А еще этот механизм тоже показывает, как они обрабатывали эту кожу и, значит, чистили и сделали. Так нужно, чтобы, значит, обувь сделать. А еще есть тут что-то. Чтобы эту кожу сделать. Тоже. Это рогоз, так мы называем на албанском языке, служила как ковьё. Даже очень много времени они потребляли и продолжала. Да. На самом деле это листья кукурузы обрабатывает, да, это правда. А тут мясник имеет свои, значит, предметы, как чтобы резать и тушу, подготовить мясо. Посмотрим первую комнату. Тут они сделали изделия из железа. Что показывает, что в это время железо занимало большое место. Как они сделали изделия, которые они употребляли, чтобы работать с землей и все, что им было нужно. А еще тут можете посмотреть, как они сделали тарелки. Даже как они дали форму таким образом. Дали форму тарелок и разных. Что говорит, что в основном это тоже занимало большое место, и они зарабатывали тут. Есть еще маленький холодильник. Таким образом, тут, как я вам сказала, поставили пищу и держали это в свежем месте, там, где было прохладно. Даже и там, в колодце, как я вам сказала. А есть тут разные уже, которые потребляли для баранина, для всех, значит, скотоводства. А тут было скотоводство, а там наверху жил пастух, который заботился, жил вместе со скотиной. Да, со скотиной. Тут я-то, наверное, для маленьких. Да? Что? Для маленьких, наверное. Да, это для маленьких, это для большие, это колокольчики, разные были. Это зависит. Приятный такой. Баранин. Для барашка. Разные. Это для вала? Да, для вала. А там пастух жил. И тут материал, который они пользовались, чтобы делать тарелки. Шины. Да. Да. Ведро. Раз. Влагу, воду куда-то надо было собирать. Воду собирать в колодце. Нет, ну а потом, да, из колодца. Да. Да, из колодца там. Пастух был тоже как.